Всем привет, с вами я, Владимир, и сегодня у нас обзор на новиночку Брикармса Modern Combat Pack V6, пак оружия, уже версия 6. И сейчас мы с вами посмотрим, что там интересного и нового положила компания Брикармс. К сожалению, не сравнить меня с V5, под рукой нету, но давайте, начинаем, сейчас во всем разберемся. Оформление пакетика, ну вот сидит дядька в песках, явно с кем-то воюет. Стандартное оформление, небольшой зиплок. Маленькая картонка, нас Брикармс, 2015 год. В принципе, достаточно свежо это все. И на сзади мы видим вот куча-куча оружия, реально много его здесь. Давайте откроем и во всем разберемся. Тут пистолеты, пулеметы, винтовки, много чего. Но начнем со шлема. Шлем черного цвета, современный шлем. Дальше, я даже не знаю, в каком порядке, давайте как пойдет. Снайперская винтовка Remington 2013 год победила на конкурсе снайперских винтовок. По версии Брикармса она идет PSR. Перспектив снайпер райфл. Ну, конкурс был перспективно снайперская винтовка. Вот такая вот классная штукенция. Следующее, пускай будет АК-12. Автомат Калашникова 12 2012 года. Ну, разработка 11-го, принял на вооружение чуть позже. Ну, тут стандартный 5.45, по-моему, калибр. Автомат Калашникова. Дальше М4, Advanced Recon карабин. Ну, АРЦ он идет как АРК-карабин. М4 винтовка. Разведывательный карабинчик. Дальше у нас ХАК Heavy Assault карабин. Оригинал что-то я не нашел. Ну, вот тяжелый такой штурмовой карабин. Тяжкая штука. Дальше пистолет. Тоже, по-моему, без оригинала он идет. UCS. Пистол идет, видимо, какой-то универсальный пистолет. Ну, вот Брикармс он так называется. Следующее, что тут будет? Давайте вот этот вот шотган обычный. Ну, точнее, комбат-шотган. Боевой шотган. И раз с шотганами, вот еще один шотган. Самый, что наверное, стандартный. Еще автоматический здесь был где-то. Вот вижу от него обойму. И вот АЦС. Автоматический шотган. Вот такая классная штукенция. Дальше. Больше интереснее. Дальше вот две пушки каких-то странных. Тоже, по-моему, без оригинала. Что-то Tactical ПВД и Combat ПВД. Что-то я не нашел. Вот прямо один в один оригиналы. Есть что-то похожее, но вот один в один не нашел. Это вот штука с глушаком. Это просто такой маленький пистолет и пулеметы. И вот еще прикольная штука. Складной пистолет-пулемет ФМГ. То есть он вот обойму убирается, это складывается, и он как небольшой чемоданчик. Потом раскладывается, получается вот такая вот штукенция. Жесткий пистолет-пулемет. Ну давайте еще один пистолет-пулемет. Вот он. Вот еще один пистолет-пулемет. Мне кажется, он выполнен не в масштабе, слишком огромный какой-то. Ну он реально он как снайперка. Причем это тяжелая снайперка, вообще четкая. И вот этот пистолет-пулемет выше, шире. В общем, не в масштабе. Пистолет-пулемет «Вектор» США. Такая вот тоже хитрая вещь. Так, и это у нас какой-то тоже штурмовой карабин. Возможно, немножко обобщенный образ. Идет как ассалт-карабин. Видим приклад складной. Вот такая вот штука. Еще у нас есть, дичайшая винтовка HCSR. Тяжелая снайперская винтовка. Ну, это что-то с чем-то. Очень классная вещь, классно выглядит. У мини-фигурки так это вообще очень жестко. Нож обычный, самый обычный нож. Tactical Knife. Так, пистолет, ну вот беретта есть. Пистолет Беретта М9. Что у нас вот М16, давайте. М16. Винтовка США. Наверное, наиболее известная М16. Дальше фантастическая штука. Идет как Assault Карабин 8. Версия 8. Часто она идет как в sci-fi паке. По несуществующему будущему оружию. Ну вот, здесь они почему-то положили в Modern Pack. Не знаю почему. Оригинала, по ходу дела, нет такой. Может, какая-то разработка интересная. АЦ-8 она и называется.
И три пулемета у нас осталось. Так вот, сошки. Сошки покажу. И три пулемета. Три пулемета. Ну, давайте вот этот вот пулемет. И коробка к нему. Таким образом это все выглядит. И два одинаковых пулемета М249. Что-то предыдущий уже не помню. Вот это я уже не помню, как что-то называется. Вылетело из головы. И два пулемета М249. Как видите, отличаются только наличием снайперского прицела. Это М249. По-моему, совпара. Ну, в общем, со снайперским прицелом. И приклад немножко другой. И обоймы к ним идут. Обоймы одинаковые. Коробки вставляются вот здесь. По краям. Вот так вот это все жестко выглядит. Что один, что другой. Вот такой вот пак. Реально с кучей. Вот с кучей. Вот вы видите. Много всякого разного, интересного, увлекательного, сборного. Круто, что сборного много. Получается три пулемета. В наборе три пулемета. Это реально круто. И основное оружие, единственное, что из советского. Здесь только калаш АК-12. Ну, а, наверное, больше-то ничего. РПГ-7 могли бы положить. Вот что-то, и мне кажется, здесь РПГ не хватает. Вот он. Modern Combat Pack. Будем заканчивать наш обзор. Вот мы с вами посмотрели вот этот классный пак. Куча современного оружия. Единственный вот минус. Ну вот еще бы одну-две сошки. Потому что пулеметов здесь много классных. Снайперские винтовки две. И всего одни сошки. Это вот небольшой минус, который можно компенсировать, если их докупить. На этом я с вами прощаюсь. Большие пальчики вверх. До скорой встречи, ребята. Всем пока.